В общем, такая незамысловатая игра Splinter Cell называется. Сейчас сек, я ее сделаю тише, потому что сейчас распознает, блядь. Splinter Cell Titless и прочее. Найдет все-таки, блядь. Найдет, откуда оно, с какой игры, что это Titless, субтитлес и прочее. Так, что-то громко как-то. Ладно. Значит, в чем суть игры? Ой, блядь. Стоп, чуваки, я уже забыл, как играть. А вот. В общем, в чем смысл игры? Необходимо прокрадываться. Вот это вот сейчас, когда цветность появилась, то есть игра очень прорисована, такая классная. Это я его сейчас одел в какую-то ниндзю-черепашку. Реально, как от этого, от мотоцикла костюмчик. Игра очень качественная, такая неплохая. Вот. Смысл в том, чтобы нейтрализовать врагов, чтобы, ну, чтобы никто из них не объявил тревогу, допустим. Вот так. Такой смысл игры, в принципе. То есть он падает. Сейчас чувачки остальные посмотрим, где они есть. Всегда нравится эта игра. Если я в нее играю долго, то начинается... Можно также их хватать вот так. То есть подкрадываться лично. Вот. Когда я в нее очень много переиграю, у меня начинается реально фигня. Я начинаю, если кто-то дома есть, подкрадываться к ним сзади. Если никого дома нет, то бывает просто... Я не знаю, мне хочется... Опа, сейчас чувак нас спалит. Ну, уже не спалит, вот. Начинается какая-то фигня, вот так вот хочется красться везде, что-то делать. Какие-то, блин, вещи, которые... чтобы никто тебя не видел, это прикольно. Так. Ну, кто в Splinter Cell знает, это типичная херня, надо свет выключать, чтобы никто не... Да. Этого тоже завалил. Чтобы, так сказать, было все пучком. Тот чувак только что нас чуть не заметил. Вы видели там такой этот. Сигнал был об этом. А вот этот нас сейчас заметит. Бывает такое, что он замечает, но не успевает передать сигнал по рации. А, ну а задание вообще как бы завалить всех нужно. Можно также целиться отсюда. Вот. Бывает, что я не люблю сразу в голову, а бывает вольно его там сначала. Сердечко или в ножку, чтобы он помучился чуть-чуть, хотя бы секунду. Вот. Ну, естественно, убивать нужно, потому что если не убьешь, он сразу же о тревоге сообщает, куда нужно, и сюда врывается. Их всего сколько? 10, по-моему, было. Сюда врывается еще человек 20. Видели, чуть не попас меня только что. Если бы попас, заорал бы в рацию, и пришли бы реально плохие дяди. Так, мне кажется, чуваки меня сейчас эти спалят. Нужно как-то будет валить их. Ужас, блин, он идет сюда, бля. Это очень плохо, ребят. Прям в нос его. А тот даже не заметил. Прям в нос. Сейчас, если этот пойдет сюда, то он увидит, что тот лежит и объявит тревогу. Поэтому надо тоже нейтрализовывать чувачка. Почему я долго целился? Потому что если недолго целится, он не успевает. Ой, блин, блин, чуваки. А, фух, нормас. Вон он там стоит, видим, да? Вон там он. Все, ушел. Ой, фак. Можем даже его... Вот если черно-белое все стало, это значит, что в данный момент у нас мы находимся в тени, то есть нас не видно, если черно-белое все стало. Если цветное, все, значит нас видно. Так, где-то работает турель, потом расскажу, что это за херня, если это нужно будет. Турель такая пушка, которая определяет врагов, начинает тупо валить тебя.
Так, у нас один чувак остался. Я обычно не прибегаю помощью вот этой штучки. То есть тут есть локатор, который изучает, где тут какие объекты. Вот чувак под нами, оказывается, был. Я обычно не прибегаю к его помощи, но бывает, когда уже не могу чувака вообще найти. Вот. Я применяю эту хрень. Чувак боится, не знает, что делать. Даже как-то убивать его жалко. А давайте, слушайте, наверное, сделаем так, чтобы он вызвал тревогу. Точно как-то грустно. Пусть он начнет валить по нам. Сейчас что-нибудь сделаем, диверсию. Пусть он вызовет тревогу. Давайте, допустим, лампу сейчас разобьем вот эту. Она сейчас упадет. Все, он вызвал тревогу. Подкрепление сейчас идет. У нас опять 11 человек пришло. Так будет интересней. Этого сразу, он нам уже не нужен. Если бы я его сейчас убил, миссия бы была пройдена, и нам бы предложили перейти в другой коридор. Также я хочу сейчас показаться перед камерой, чтобы они знали, что это я, что я здесь. Вот этот вот, видели там, вон такая штучка, это мой силуэт. Это показано то, как думают враги, где я сейчас нахожусь. Вот. Включилась музычка. Люди начали меня искать. Кто-то уже бомбу кинул. Это нормально. Вот они думают, что я там. А пока они думают, что я там, я буду их аккуратненько отсюда вот снимать в головушке. У нас 9 врагов осталось. У меня также есть что? У меня есть бомбочки. Есть вот осколочная чугуночка. Сейчас я чугуночку ему туда кидаю. Пусть он немножко взбодрится. Вскоре они увидят, откуда... Ну, они поймут. Вот он уже знает, что отсюда кидали бомбу. Ну, то, что он это понял, это его проблемы. Он уже никому не расскажет. Он унесет эту тайну с собой в могилу. Вот, это показано не фонарик, это как инфракрасный этот фонарь. Я под ним разгуливаю. Я хочу еще раз, чтобы меня увидели. Вот, турель по мне начинает валить. Вы видели, да? Сейчас у меня небольшая, надо переждать. Меня попали. Слышите звук, да? Сердечные шумы. Ну, сердечный ритм, и плюс венозные артериальные шумы такие. Когда кровь плохо проходит. Вот. Прикольная штучка. Итак, сейчас мы... Хочу как-то поиграть с ними, что ли. Вот он только что развеял сомнения, что я там. Блин, быстро он как-то сдох. Хотелось чуть-чуть поиграться с ними. Как я, знаете, как кот, который любит с мышкой поиграться. Турель не достает туда, ну и отлично. Так, здесь можно также вот бегать, что я частенько делаю. В основном, чтобы оказаться в неравных условиях с врагом, я всегда вырубаю везде света. Давайте его подраню. Пусть он сейчас сломит себе голову, пока будет меня искать. Боится, сучка. А, видели? Он думает, что я там. Начинает палить. Сейчас я ему по яйцам. Не помогло. Глаз. Нормально. Как-то медленно я хвалю. 6 человек осталось. Давайте по-быстренькому всех догашу, чтобы вам показать оставшиеся. Видели, он меня заметил, но не успел передать по рации. А друг его бежит и думает, что я еще там где-то. Теперь меня заметила турель. Так, я думаю, пора использовать бомбочку. У меня еще тут есть. Вот, осколочная есть. Сейчас я ему кину сюрпризик. Вот да. На, дружище. Достала, достала. Вон он валяется. Достала бомбочка. Вот он, дружок. Они видели, как я валил ему в голову. Вот этот чувак видел. Видели? Не попал. Я целился в голову, но не попал. Теперь он знает, где я, поэтому я перехожу в другое место.
Оу, фак! Теперь надо делать ноги, потому что я не ожидал, что меня увидят. Бомбу уже кинули мне вон там под яички. Ха-ха. Вон туда вот мне уже кинули бомбу. Слава богу, не мне реальному под яички их киданули. Так, что у меня еще есть? У меня есть мина... У меня есть этот... Короче, если я его нажму, то вся электроника в радиусе вырубится. Также есть мина с дистанционным управлением. Я ее могу кинуть и тут же, пока она в полете летит, уже включить пульт. И они все сдохнут. Так, он, кажется, где-то вверху. Ну, давайте прибегнем к этому локатору. Вон один, как я и сказал, вверху. Я их уже чувствую, как этот. Как котяра, реально. Вот второй. Короче, два чувака осталось. В шею, видели, как хорошо прошел. Мне нравится реалистичность здесь. Даже на голове потом я подходил, следы от пули были. Такие красненькие. Так, ну чувачок где-то там, по-моему, да? Нет. Не вижу. Скотина. Ну, пусть поиграется. Давайте с ним поиграемся чуть-чуть. Пусть он постреляет туда, потратит патрончики, понервничает. Видите, бомбу кинул туда. Светошумовая, светошумовка пошла. Пусть поиграет, поиграемся с ним. Пусть он понервничает, мне нравится. Он у нас один остался, последний. Сейчас мы сюда походим. Пусть этот ублюдок. Мне нравится играть с ними. Ага, у него нет прибора ночного видения. Я, как видите, его надет в него. Сейчас покажу. Вот. Прибор ночного видения. Все как надо у меня. Тепловизоры. Я люблю в неравных условиях быть с врагом. Мне это всегда перло. Он даже не знает, где я сейчас. Я у него просто за спиной уже ходил раз пять. Что-то орет там. Типа, вставай и дерись там. Да нет, чувак, нам как-то это не сильно в кайф. Ну, я вам скажу, это все закончится, как он только на меня попадет фонариком. И мне ничего не останется. Как убить его, просто убить. Так, давайте я бомбочку кину куда-нибудь. Давайте я потушу весь свет. Вот. Его фонарик тоже навернулся. Он сейчас не будет работать несколько секунд. Пока этот придурок не сменит там или батарейки, или что он там сделает. Сейчас он вообще нихера, он сейчас как летучая мышь, ни черта не видит. Мне уже показывают, вали его. Ха-ха. Вали, типа. Не хочу. Сейчас. Еще раз давайте ему вырубим. Фонарик. Смотрите, как слепая мышка. Я даже встал уже перед ним. Ну все. Видели, корчится. Смотрите, ручки, ручки, ручки. Ручки трясутся. Ай, 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 как плохо. Все, все. Успокоился. Прах земли. Так. Теперь нам в новую комнату переходим, и там тоже враги, как вы поняли. У нас тут, блядь, везде враги. Тут как бы можно оружие купить. Но я, видели, тупо без... Я выбрал только один пистолет. Вообще больше ничего. Хочу приблизить максимально условия. В реальной жизни, как бы в моей стране, можно получить разрешение только на пистолет. Ну и какими-то кустарными методами. Видели там, кстати, менты наши. Ну, в синих костюмах. Вот, в реальной жизни можно только пистолет получить. А автомат здесь не получишь, поэтому... Когда-нибудь вдруг мне придется также выполнять особо важные дела по зачистке какой-то наркокартеля. Видели, да? Он только что хотел это, если бы он сейчас хотя бы сказал по рации, что-то заметил, уже бы этот чувак не просто так прогуливался. Он бы уже схватил волыну и стал бы рыскать по углам. А так,
чувак просто... Мы ему дали одну секунду, чтобы он распереживался. Да. Такая немножко маньяцкая игра, если честно. Этот чувак что-то слышал, но он не может даже сам себе понять, что слышал. А ну, если по пушке выстрелить. Я ему в почку, видели, прописал. Кто-то слышал меня. Я только что очень громко шагнул. Вот этот чувак идет уже меня это пробивать, что это было. Он даже не знает, что я иду его пробивать, что это было. Сейчас это что уже будет быть в прошлом. Он нашел трупа. Бля, сейчас по рации передаст всем. В челюсть, видели, прописал? Хорошо прописал в челюсть. Так, ладно. Где оставшиеся? У нас 7 врагов осталось. Ну, было 10, как бы. Надо их дальше валить. Так, там вроде никого. Вообще, это баня. Вот это все, это баня. Типа. Какая-то большая. Давайте вручную его завалим. Хорошие у него тут приемчики, конечно, эффективные. Ну, это когда вплотную подойдешь к нему, короче. Так. О, вон они. Смотрите, сколько их там. Все в ментовской форме, все как надо. Так, ну что, давайте Эми сигнал, рубанем им электронику. А пока они корчатся, глазки свои протирают, я пока уже буду здесь. Одного возьмем в заложники, тут это тоже можно делать. О боже, о боже, о боже. Так, все, тревога поднята. Теперь я буду иметь дело уже с 14 врагами. Они думают, что я там, а я из укрытия отсюда вот буду их по одному щелкать. Так, сейчас бомбочку им кидану туда. Нормально. Будем из-под тишка действовать. Из-под тишка. Они уже не знают, где я. Потеряли ориентиры. Сейчас вот этого. Голову. Видели, да? Кровушка как брызнула. Мне нравится. Так, лампа мне это не нравится, светит очень жестко на меня прямо. Все, теперь мы врага лишили в полное замешательство. Они теперь не знают, что искать, куда, боятся под этот мостик идти, естественно, потому что здесь чувак, пантера. Пантера, кстати, классное животное, потому что оно черное. Оп-оп-оп, видели? Пошел уже чувак. Прям в затылок ему дал. Этого возьмем в заложники. Сейчас даже можно бросить его на кого-то. Я люблю издеваться над людьми, смотрите. А, блин. Фак, меня сейчас убьют, чуваки. Фак, убили. Все, жесть. Ну, я им сейчас очень жестко отомщу. Сейчас будут все завалены так, что... Даже маму родную не успеют вспомнить перед смертью, отвечаю. Твари. Просто хотел вам показать, как я его хотел кинуть на чувака, и в итоге вот так вот получилось. Сейчас буду валить нахер всех, даже не буду идти медленно, буду именно бегать. Хотя ладно, пройдемся уже. Так-с. Мне нравится. Когда он еще летит в воздухе, а ты уже нового убиваешь. Всегда это прикалывало. Ты уже в нового целишься и убиваешь. Бывает, если стоит двое, это особый для меня кайф. Я тогда проявляю навыки мастерства убийства сразу двоих. Я хотел его помучать немножко в пузико, а потом уже... Так, подождите, чуваки. Что-то с кухни горелым несет, блядь. А, нормально. Что-то варится там. Как говорится, I don't care. Так.
Ну, как мы помним, они здесь были все собраны, эти козлы. Так, как бы нам их всех... А, ну я же обещал жестко всех водить. Ну, значит, сейчас будет жестко всех водить. Видели, да? Люблю так делать, когда вдвоем именно. Чётенько вообще. Двое осталось, короче. Сейчас их валим и можем переходить в другое место. Не пойму только, где они там. А, вот здесь, наверное. Я немножко ошибся, не ту кнопку нажал, он стал бить в дверь, и, естественно, сейчас нам будет не так легко сражаться. Хотя я потушил свет, а нет, они уже зажгли фонарик, я слышал. Вон они идут, двое. Убил. Они даже не успели выстрела ни одного сделать, видели? А если бы успели, мне бы сразу пришли бы человек еще 20. Так, теперь нам показывают, куда дальше идти. Переход к следующему туру. Тут кнопка С, это выбивание дверей. А, здесь не. Немножко не в ту сторону. Да что ж такое? Напоминает видео одно. Так. Смотрим, что здесь. Снят. Когда шашочком идешь, не так слышно. У него там подкладочка на обуви. И все, зашибись. Все так хорошо, тихенько, спокойненько. Прошелся, трупов понавырезал. Человек 15. Пошел дальше. Так, здесь. А, вон вижу врага. Они услышали, как я бежал. Так, все, он выстрелил в меня, и уже у нас 18 человек. Я вам сейчас покажу мастер-класс по уничтожению 18 ублюдков. Пусть знают, что я здесь, пусть идут сюда. Пусть идут. Без базара. Пусть добыча идет прямо на нас. Мы пока потушим лампы. А я сейчас буду их всех тут сверху. Лёх. Графика мне здесь очень нравится. Она практически как реальная вообще к жизни приближена. То есть он дышит, двигается. Вообще сама графа охеренная. Кажется, что это все как фотка. Видели, он наклоняет лицо, когда ты близко подходишь. Видели, он наклоняет мордашку свою. Так, прибегнем к помощи. Радара, чтобы хотя бы одного кого-то найти. Пока не вижу. Вон там вон кто-то. Вон он один. Все, вон там. Где ступенька? Вон там он. Так, пробежимся еще вот тут. Есть такая хрень. Вот они, чувачочки. Три. Сейчас. Опа, 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 по мне валят. И валят очень серьезно. Я прячусь. Пока посижу в этом здании. Посижу. Мне, кстати, нравится, когда он так бежит, и потом вот так вот. Чик. Видели, да? Бежит и потом. Подкос такой сделал. Лампу не обязательно было вырубать, ну, для пущей важности сделали. Как мне нравится эта игруха, кто бы знал, просто жесть. Точнее, не игруха, а играть в эту игруху нравится. Макушечка. Так, может им этот освежиться... Блин, надо было... Не ждать, обвалить его и третьего.
Мне кажется, бомбу упустил. А, нет, послышалось. Так, давайте, наверное, им осколочную одну киданем для... чтобы не скучали. Одного уложил. Для профилактики. И можно, в принципе, туда и вторую сейчас. Вон туда, прям между ними туда вот. Так, увалил двоих. А, надо еще будет. Так, давайте, что у нас? Опа, оп, 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 он меня чуть не попас. Я опять прячусь, наверное, в это здание. Если что, я сразу запрыгну в окно. Вон он, вон он, вон он. В нос попал ему, прям в переносицу. Это хорошо. Так, ну осталось 5 человек. Тут, в принципе, фигня. Я... ручная дочистка сейчас будет просто. Ручная дочистка. Тут даже не надо париться особо. Вручную. Главное, чтобы не вальнули. Я его через кусты. Я примерно понял, где он идет за кустами. Вот, и его через кустики пробил. В скулу попал. Под глазом прямо. Так. Сейчас. Пусть отвернется, вот он на меня не смотрит. Я за этой херней. Этого я, возможно, даже вручную сейчас. Хотя нет, я буду там на виду. Сейчас ему по яйцам дам. От скотина. Ладно. Макушечку. Остается двое. Остается двое. Где же эти двое есть? Вон, вижу одного. И, наверное, там и второй. Потому что они между собой. Да, они между собой общались, и я их услышал. Вот они, чувачки. Я хочу одного схватить и кинуть на второго. Сейчас мы это сделаем. Прошлая моя такая попытка увенчалась моей гибелью. Но я сейчас это все равно вам покажу. На него прямо, видели? Он еще в замешательстве. В ухо. Точнее, в заднюю часть этой черепа. Основание черепушечки. Видели, есть еще, можно изучать, что же там у нас за дверью. С назад. Так, ну, выбьем дверь сразу же. Такая, видите, сломалась сразу. Вот, графа здесь, смотрите, ну такая. Здесь просто ковер мне какой-то... Единственное, ковер какой-то здесь не как настоящий. Ну, а так, в принципе, в целом неплохо. Да, сорян. Опять я парюсь с этими дверьми. Так. О боже, куда нас посылает, блин, этот... Как его? Агентство национальной безопасности. НСА. National. Так, подождите. Там сразу враги, наверное, будут. Стоп, как заглянуть? Да, вот он стоит прям, видели? Вернуться назад. Можно выбить дверь, и он умрет, но тогда сразу 10 человек превратятся в 20. Мы в этот разбили окно, он, возможно, сейчас зайдет сюда проверить, и тут мы его и прихлопнем. Хотя, ладно, я открою дверцу. Опа! Я открыл, а он закрыл. Он знает теперь, что здесь кто-то сидит. Ну, пусть знает. Я могу вообще выбить ее. Сейчас они придут сюда. Сразу. Там уже им свет обрубим, чтобы у чуваков уже начало адреналинчик выделяться и по носам начали ссорать заранее. Плохо. Ну что, давайте сделаем им этот потушение света. Сейчас я буду уже бегать и валить их. Значит, я вырубаю им свет, и пока они замешательствуют, валю их. Так, все, у меня 19 врагов пришло теперь. Ну ничего страшного, я не парюсь.
19:40. Уже 17. Так, я валю, потому что их много, я не хочу быть в центре внимания, если честно. Так, что у нас еще из запасов есть? Осколочная есть, сейчас мы им бахнем, может, осколочную одну. Но хочу в скопление людей убить. Скопление. Ни одного, ни двоих там, а именно, чтобы 4-5 было. Так. Бомбу кидают, бомбу! Нормально. Бомба прошла. Чугунку кинули мне. Твари. Животные. Тоже кинули, но не докинули. Сами ж, наверное, и подорвались. Так. Нормально. Вот тут кто-то фонариком светит. Видели, опять между глазом попал. Хорошо было. Девочки написано там. Девочки. Русская баня, что там? Сейчас я взорву этот, видели, я ударил по глушителю. Все, они теперь знают, что я наверху. Будут сейчас сюда все валить. Ничего страшного. О боже, где вырубать свет, я не знаю, блин. Вот. О, фак. Сваливаем. Все, тут где-то посидим сейчас. 6 человек осталось из 20. Друзья, 6 человек. Музычка прикольная у них, конечно. Девочки. Где, правда, девочки? Я бы хотел бы на них поставить. Попал в щеку, видели? И чувак сложился. Нормально. Мне сегодня рассказывал друг, что знакомого его. С травмата два раза в челюсть вмазали ему. Ну, именно выстрелили два раза в челюсть, и он очнулся через 3 дня только в больнице. За то, что он проезжал на машине и зацепил чье-то зеркало. Это вообще жесть. А там сидели 4 братка. Вот что я бы сделал с таким ублюдком. И с его всей охраной. Вот что я бы сделал, честно. Так, осталось 2 лоха. Сейчас мы им стол разобьем. Видели, светился как. Сейчас привлечем сюда внимание. Взорвали этот самый. Поскольку они там, и они меня задрали, я сейчас, наверное, сейчас перезаряжусь. Я им кину туда просто осколочно. Они меня не задрали. Лохи, блин. Все, убил 2 их. Так, пройти в следующую зону. Я вам чисто покажу вот эту всю, как бы, территорию. А дальше... Если, короче, жду отзыв, как вам понравилось, нет. Если нормас, я потом еще понаделаю. До хрена. Там у нас 8 или 9 зон, я в каждой вам покажу. Фак. Здесь меня сразу попасли. Уже 19 человек за нами. Так, мы должны, кстати, были это, вот, взять, обновить патрончики. Интересно, эта херня взорвется? Нет. Так. Что это я взял тут? А, блин, у меня какая-то пуха. Я так не хотел. Я хотел чисто с пестиком. Я не буду ее использовать даже. Хоть типа УЗИ у меня он там сзади. Нафиг он мне нужен, ваш УЗИ? Вон, видели? Какая-то херня. Нахер ты вообще ее взял? Блин. Где ты вообще надыбал? Походу у кого-то из этой охраны. Идиот. Горили не... Как вы, не бери. У этих, смотрите, какие-то шлемчики. Да похеру, эти шлемчики. Главное, что они пробиваются. Тут еще бывают в касках там ходят. Я такое уже видал в этой игре. Так, ну, одним меньше, это хорошо.
Он еще стоит. Я валю, все. Нормально. Сейчас отсидимся здесь. Нам такое не надо. Блин, мне не нравится эта пуха гребаная, она меня бесит, сука. А что она у него сзади там телепается? Мне нравилось, когда он как ниндзя-черепашка был. Я вообще этот фильм ненавижу, честно. И вам его не рекомендую. Так, теперь я кидаю сейчас бомбу на дистанционном управлении. Хотя, что ее кидать? Тут можно его и так в башку. Он уязвим был. Он открылся. Сука, он в бронике. Видели? Я в него 4 выпустил. Ему пофигу, тварь. У меня тоже какая-то мотоциклетная защита. Подошел ты близко, чувак, к двери моей. Тебе сюда вообще не надо. Мразь. Так. Где-то лампа здесь гребаная. А, она не пробивается, видите? Она не... Проблема у нас с этой лампой. Не очень мне нравится вот так из-под тишка бить. Я люблю, как кошка, лазить между ними и по одному валить. А так получается, они меня не хотят выпускать в люди. Две пули в голову прошли. Все, теперь я не знаю, где я. А он уже не знает, где я. Теперь только Бог знает, где он. Так, я врубаю этот самый ЭМИ-сигнал и вхожу внутрь. Как ты по мне валишь, если у вас этот глаза... я вам только что ослепил. Очень странно было. О, кстати, я же здесь недалеко от этого. От арсенальчика. Мы сейчас сразу же и... О, видели? А, нет. Казалось, что УЗИ у него пропало это. Гребаное. Так, 4 чувака остались, тем не менее, друзья. 4 чувака осталось убить. Раз. Два. Три. И вон он один последний остался. Лично даже убил. Челюсть. Все. Да, играл, по-моему. Да, все. В общем, это. Приятно было вам показать эту игру. Да. До новых пламенных встреч. Всем пока.